Привет всем и добро пожаловать к продолжению нашего руководства по редактору игры Хайди. Рассматриваем приемы на примере наших модов. Я подумал и решил, что нам все-таки стоит разобраться с функцией подсчета. Функция подсчета, я считаю, важная вещь. Можно много чего с ней реализовать, там подсчитать, сколько мы убили роботов или сколько раз Хайди пробежал по одному месту. Ну, в общем, много. В этой карте Endless Arena Map, как мы уже обговаривали, мы проверяем открытие наших коробок. То есть сейчас мы открыли 5. При открытии последнего ящика с танцовщицей у нас откроется вот эта дверь, да? То есть идет проверка на открытие 6 коробок, и у нас открывается наша самая большая комната развлечений. Давайте посмотрим, как делается подсчет на более легком примере. Как мы уже обговаривали, в этой карте у нас вот эта вот рутина ответственна за подсчет. Много специальных, ну немного, конечно, но пара специальных проверок. А мы хотим, скажем, при задаче 5 ключей в этот ридер у нас будет открываться эта дверь. То есть мы будем работать с этим ридером, копируем сразу его имя, открываем Director Graph, вводим как триггер блок Locker. У него тут три выхода при проверке функции на закрытие, на открытие и при переключении. С переключениями что-то не разобрался, поэтому будем переключать его вручную. То есть как только он открывается, мы будем его тут же сразу закрывать. Для этого добавляем блок lock, соединяем, соответственно, при открытии закрываем. Забиваем как объект воздействия в оба блока имя нашего ридера. То есть это функция переключения, так сказать. Ну и, собственно, переходим к подсчету. Добавляем функцию суммы, то есть add integer. Соединяем в target, вводим имя какой-нибудь вариабельный. Value — значение, на которое мы будем повышать эту вариабельную. То есть получается, при каждом воздействии на ридер у нас будет наша вариабельная count 1 повышаться на 1. При первом появлении в игре или в редакторе вариабельные равны нулю, то есть получается, при первом воздействии с ридером у нас она будет с этой функцией повышаться на 1, то есть будет равна 1. При втором нажатии взаимодействии с ридером, соответственно, 2 и так далее. В общем, тут же проверяем это, добавляем блок проверки readIntegr. Source вводим нашу новую вариабельную count1, а в референцию вводим число, при котором должно что-то происходить. То есть в данном случае, когда вариабельная достигнет 5, у нас будет отключаться наша решетка. То есть при 5 мы ее отключаем. Решетка у нас называется KHLE. Копируем имя, вводим в таргет выключателя. Ну и готово, в принципе, можно проверить. Один, два, три, четыре, пять. Ну, то есть таким методом, скажем,
можем манипулировать. Если зададим в референцию 3, то у нас при третьем открытии будет совершаться что-то. Раз, два, три. Дверь открывается, все работает. В общем, с этим разобрались. Давайте перейдем к другому моду. Посмотрим мод Miltiknics. Кто играл, тот знает, что здесь есть что-то наподобие музыкального плеера, где можно переключать музыку. То есть первая музыка была, вторая. Ну и мы можем ими их переключать тут до бесконечности, то есть они зациклены. Давайте посмотрим, как это сделано. То есть можно подумать, что здесь тоже замешана функция подсчета, но в данном случае нет. А вернее, да, извиняюсь, запамятовал я. У нас тут действительно все те же самые элементы, сумма, проверка. Ну, то есть получается, при входе у нас мы создаем вариабельную трек, пишем в нее сразу же единицу. Это нам надо для того, чтобы при каждом первом появлении в эту комнату у нас наш трек-лист начинался с первой песни, да. Ну и, собственно, проверка этой вариабельной. Мы проверяем, если она равна единице, то мы включаем элемент муз 01, то есть, скажем, наш музыкальный элемент номер 1. Если не равна единице, то тогда мы его отключаем. Имеем функцию также взаимодействия с кнопкой здесь. При каждом взаимодействии с кнопкой мы повышаем нашу вариабельную трек на единицу и пропускаем ее параллельно через наши проверки. То есть получается, если мы нажали один раз, наша вариабельная получается равна 2, идет проверка, не равна единице, мы отключаем наш первый музыкальный элемент. Во втором блоке проверяем, если вариабельная равна 2, то тогда мы включаем второй музыкальный элемент. Ну и, соответственно, выключаем, если не равна 2. И обнуляем нашу вариабельную при достижении последней песни в нашем трек-листе. Ведь получается, за переключение, за новые треки у нас ответственны эти два блока. Если мы хотим расширить наш трек-лист, просто копируем это. Соединяем так же, как делали это с другими песнями. Ну и обнуляем, соответственно, при достижении последнего трека в нашем трек-листе. Проверка на тройку мы только что добавили. Ну и мы хотим включать этим наш третий музыкальный элемент. Смотрим в графическом редакторе, у нас здесь только два музыкальных элементов, муз 01 и муз 02. То есть если мы хотим расширить, нам надо добавить, идем в spawn fx background, нам создается уже соответственный эктор, называем его по нашей системе муз 03, и видим, у нас здесь пустая ссылка на какой-то файл. Ну, мы видим уже на созданных музыкальных элементов, что эта ссылка идет на какой-то файл с окончанием sound. Это просто текстовый файл, где есть еще одна ссылка на конечный музыкальный трек, например.
То есть в данном случае нам надо создать его. То есть мы видим, у нас здесь есть ссылки на саундфайл MIDI 01 и MIDI 02. Нам нужен MIDI 03. Создать такой файл достаточно просто. То есть просто-напросто копируем уже имеющийся файл, например, в нашем случае. Называем его MIDI 03. Редактируем. То есть вот она ссылочка на файл с окончанием Ogvorbis. Компримированной музыки. Мы хотим, например, добавить вот эту песенку в наш трек-лист. Копируем имя, вводим в наш новый файл. Задаем ссылку, обновляем. Пробуем. Это у нас первая музыка. Переключаем вторая. Третья. Идет, да? Ну и у нас это зациклено. То есть мы можем это сейчас переключать до бесконечности. Ну, в общем, такой вот способ. То есть, если мы хотим добавить, например, еще одну музычку, то просто-напросто еще раз копируем. Соединяем. Проверку делаем на четверку. Музыкальный элемент. Четвертый нам нужен. Мы обнуляться мы будем при достижении четвертого трека. Добавляем еще один музыкальный элемент. Называем его соответственно. Добавляем еще один файл с окончанием sound. Ну и мы хотим, скажем, вот эту музычку. Добавить, чтобы она у нас играла по четвертому. При третьем нажатии кнопки переключения. Все мы сделали. Обновляем ссылку, пробуем. Первая, вторая, третья. Начало у нее такое тихое что-то. Четвертое. В общем, можем таким способом, получается, увеличивать наш трек-лист. До бесконечности. В общем, такая вот схема. Надеюсь, всем понравилось. Было что-то интересное. Не знаю точно, будет ли следующая серия прямо сейчас, или все-таки мы закончим
наш актуальный сезон на этой серии. И... Но, в принципе, приемов еще много, то есть можно много чего еще показать. Пишите в комментариях, что вас интересует. Это облегчит работу и мне. И вам интереснее. В общем, всем хорошего настроения, хорошего дня и до новых встреч. Пока!